с кем? Лям. Такая крутая, маленькая, крутая. Лям. Тифтам. Ты в Тифтам собрался? А какой конфликт это куфта какой-то? Мы там ванилу бьёт, Кто-то вылез из машины. Хорошо. Снимаешь будни района? Да. Вот тебе музыкальное оформление. 1900 шекелей. Из-за такого музыкального оформления на YouTube видосы закрывают. А, да, они же суки закрывают. Да, почему? По радио. Там, у меня было где-то старое в машине по радио. Тебе не снимать, почему? Подожди-ка. А не снимаешь уже. Мониторчик почему-то тухнет. Но это, видимо, для экономии и энергии. Что за пиво? Термос. А, это Прибалтийское, наверное, да? Говно какое-то, я думаю. Ну что, почему прибалтийский пиво я пил, нормальное. Только цена не 2,3 градуса. Да, скорее всего, градуса 3. 5 градусов, 5,6. Что, на что это? Непонятно. 6,90. И холодное, конечно. Нет, это польское, братан, по-моему. Такое ощущение. Я думаю, говно. Польша пиво, да, я помню такое пиво. Это креплёное, да? Да, темно. 7 градусов. Хочешь попробовать? Что-то не очень. Одну бутылку возьми, попробуй, то можно нормально. Две берешь, плюс третья. Две берешь, третья в подарок. Да. Видишь, раз, потух монитор, но снимает она, непонятно. Возьми, попробуй. Перла Мокна. Бутелька Звротна. Возвратная бутылка. Бутелька Звротна. Прохладная? Бутелька Звротна. Возвращается бутылка. А. Ну, недорого. Все равно надо взять и попробовать. Может, это... Коляску нам не надо, да? Не знаю. Что тут? У нас потом только за холод не взяли по 50 огород. Пиво Жигулевское. А ты что ищешь-то? Что ты хочешь купить? Я хочу на полу есть такие китайские всякие приколы такие, да? Ой. Ты что, решил машину покормить, заправить А я вот пью эль с вишневым соком какой-то, очень вкусный. Просто обалденный. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Там что за рокеры? Да. Ну какая колонка у нас русская? Вот и денежки побежали, бля. Быстрее литров денежки бегут-то, а? В Москве, представляешь, 50 центов у нас бензин. 50 центов, можно, блядь. Тут 5,90. А сколько, блядь? Чуть ли не... $1.5, я хер его знает. $1 это в Москве сколько? До хрена. Главное, деньги бегут быстрее литров, ты понимаешь?
Лучше наоборот, чтобы цифры бежали, не? Ну да, чтобы было 160 литров на 29 шекелей. Да? Вот это правильная цена была. Это цена как раз для того, чтобы машина тебя, так сказать, обслуживала. Да. Получается, что ты ее обслуживаешь, потому что... Очень, очень вкусный эль я попил. Мне нравится, да. Надо селфи-палку покупать срочно. Ну, естественно. Удобнее будет. Со спичным коробком. Подумал, что с ума сошел. Знаешь, в детстве делали спичный коробок, дырочку. Да, да. Сегодня большая распродажа новых и оставшихся товаров. Вот твой любимый банк. Мой банк Opel Balance рулит. Будем делать с тобой эти. Да, надо на выходных куда-то кататься по Израилю, блок открыть, снимать, канал. Что показывает? Канал, не знаю. Вот интересно, скажи, Макдональдс, одна машина стоит. Да. Израильтяне не привыкли. Да. Сколько раз? Раз за 20, за 20? Тепло-тепло сегодня, какой-то как хамсин, вот, что ли. Клёша, да. Попу вот, блядь, обтянула, да? Своих 70 лет, да. Да. На, хочешь попробовать? О, подожди, я еще вишня у меня во рту вкусная. Не, на голодный желудок, зиму, знаешь, как приятно. Бывает, знаешь, когда на голодный желудок? Ну, бывает. Тиф там, где мы сейчас были. Ничего не купили, только кучу денег оставили. Только кучу денег купили. Ничего не купили, кучу денег купили. Вот ты там был в новом дешевом виноводочном? Вот там, говорят, он красная вывеска. А в Израиле бывает что-то дешевое? Не знаю. Фонтанчики. Ашдодские знаменитые фонтанчики. Поющие. А видел, я не знаю, где не посылал, где-то в Батуми, блядь, какая-то баба, какие-то две фигуры такие сделала. Сделаны мужчина и женщина. И они такие как бы сделаны, знаешь, и, как мне сказать, с прорезями такие. То есть они друг через друга проходят, как бы двигаются. Огромные фигуры. Вот они стоят сначала по раз, и сдвигаются, целуются, а потом они так друг через друга проходят. Знаешь, вот так вот. Красиво сделано в Батуми, слышишь вообще. Честно говоря, скульптура для какого-то европейского города хорошая. Ну, вот, продадут. Пожалуйста. Да, стопудово где-то продадут. Ну, огромная такая, наверное, да, метр 15, наверное, эти фигуры. Кто? Так, надо пойти мусор выкинуть. И заодно послушаете наших красавцев. Вот такие долбоёбы тут живут, блядь. Какой-то музон хуярит. О! Сашка едет. А где шноркель? А где шноркель? Я не понял. А, другая машина вообще. Бля, я думаю, где шноркель? А это другая машина, ёкарный баба. Ты это уже это. Минуту снимаешь. А? Ты уже минуту записываешь. Ну да. А что это такое? А, это GoPro? Да. Ты на голову видишь? Я пошел мусор просто выкинуть и поснимать, блядь, наших иракских, марокканских и йеменских друзей, блядь. Негде парковаться. Негде парковаться? А зачем ты эту машину взял? Мы ее вчера отдали там. Позавчера. Позавчера. То я мусор выкину. Так, мусор выкидываем. Вон туда, глубоко, глубоко. Вау, ебать.
Сашка приехал в гости на шаббат. Что с твоей машиной произошло? 240 тысяч. Что? Номер оставил свой? Да. Круто. Мондо. Я человек порядочный, поэтому... Я понял.